Сиднейский университет недавно представил новую блокчейн-систему, которая может выполнять более 440 тысяч транзакций в секунду. Как сообщает CoinIdle, система была названа в честь одной из самых смертоносных змей Австралии – краснобрюхой черной змеи. По словам академика доктора Винсента Грамоли, который возглавляет исследовательскую группу Concurrent Systems, разрабатывающую блокчейн, система способна изменить правила игры в индустрии финансовых переводов. Red Belly может преодолеть один из основных недостатков производительности блокчейн биткоина.